Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас день теней. Сегодня мы будем делать тени моделям, апельсинам, латексу, всему, что, на чем можно сделать тени. Тяжелый день, длинный, много моделей. Наши мастера опытные, поэтому сегодня мы будем доверять им лица наших моделей. Тенями мы занимаемся только когда мастер идеально владеет штрихом. Вообще в идеале кладет прям его ровно-ровно, четко, на одинаковой глубине, одинакового размера, потому что тени, они на веках, и веки – это зона, где остается любое прикосновение очень часто, и можно насажать пятен, можно испортить, и очень сложно удалить, и уходит дольше всего. Здесь у нас серые тени, такие стальные, потому что глаза голубые, мы не хотим их затмить какими-нибудь фиолетовыми там. И будет черная межресничка, потому что светлые очень от природы ресницы и смотрится пустым. Рисуется эскиз до тех пор, пока клиент не одобрит. То есть он должен быть максимально похож на то, что будет, когда заживет. Если это цветные, то надо влить цветные, либо обсудить очень четко, где насыщенность будет максимальная, где минимальная, какая форма. Всегда мы стремимся сделать глаз миндалевидный. Заканчиваем уже тени, довольно большие тени делаем, и черную стрелку и межресничку небольшую. В течение еще ближайших 8 дней каждый день будем снимать видео, будут и тени, и веки, и губы, и будет интересно. Смотрите нас каждый день.